Наташа, мы начали свой танец, вальс, в нашем любимом Новосибирске. А продолжили его в Северобайкальске, возле батюшки Байкала. Песня прям перенесла туда. Она позволила попутешествовать в тех местах, в которых был, даже еще не был, увидеть их, познакомиться с их содержанием, с их образом. Вот именно образом этого места. Пережить, прочувствовать. Прочувствовать, как живет это место и чем ценна его жизнь. Тут даже не одно место. Тут в песне очень много мест, которые связаны с Байкалом. То есть такие жемчужины, достопримечательности, которые наполняют сиянием и сам Байкал, и все, что вокруг. А еще, знаешь, интересно, мне так раскрылось сегодня слово «баллада». Песня «Байкальская баллада». Я так почувствовала, что баллада – это то, что соединяет вечные ценности, мудрость прошлого и радость настоящего. И песня, она проносит эти вечные ценности, вот это самое главное, и позволяет этому прямо сейчас, в момент, когда слушаешь, чтобы в сердце этого еще больше становилось. Да, и становилось больше. И еще как бы пройти сказочное путешествие. Оказаться в тех местах, пережить вместе с авторами. То есть прям побывать там.